Всем доброй ночи, уже ночь, а я вышла в теплицу, немножко полежала, надо идти. Ничего не успеваешь, сезон, все надо успевать делать, поэтому спать некогда. Думаю сегодня начать черенковать очередную раз петунию и сниму немножко по сортам. Может, кому-то будет интересно. Тут зацвела у меня черри-банана. Вот такая вот расцветочка. Очень красивая. И мне нравится, и всем она нравится. Очень красивая. Ну, это сюрприз. Red 22. Тоже очень яркий. И форма куста красивая. Это вот цветунья Purple Jam. С таким темным горлом, с жилками. Практически всем нравится этот сорт петунии. Там у нас зацвела новиночка. Это у нас Splash Dance Violet Vogue. Достойный сорт. Я думаю, он будет пользоваться спросом и будет всем нравиться. Красивая. Так, здесь у нас Pink Sky. Ну, это селекта. Селекты звездная. Всегда пользуется спросом. Здесь сегодня оборвала, был такой махрон. Почеренковала уже. Sweet Sunshine, Hot Pink Vein. Тоже новиночка. Это Sparkling Cardinal. Немножко цвет не передается. Тоже пользуется популярностью. Здесь новиночка этого года. Surprise Hot Pink Star. Красивая. Лучиками. Вот, какая еще красавица зацвела. Это Amore Heart Soul. Красавица. Так, а это у нас Windmill Black. Должна была быть в полосочку. Ну, вот первую такую, вот такой выдала цветок. Должна была быть черная и полосочки по ней. Лучики. Ну, посмотрим, какой будет второй. А так цветок достойный. Бархатистый, красивый, крупный цветок у нее. Так, здесь у нас Capella Pink Lace. Ну, это всеобщая любимица, и кусты набитые, и красавица с жилками сиреневыми. Там вдали это у нас Baby Pink цветунья для любителей нежнятины. Самое то. Тут у нас цветунья Starfish. Ну, это тоже хит. Хит всех времен и народов. Очень красивая красоточка. Вот у меня в кассете цветет ехера. А, ехерела даже. Ехерела. Это у меня зацветает пассифлора. Вот будет зацветать. Такая вот она лианочка. Немножко не сформирована, а так. Ну, красивая такая. Еще маракуйя называют, но она плодов не образует. Это декоративная. Так. Здесь цветет вот такая калиброшечка. Плоховато видно. Красненькая. Уже название не вспомню. Вот она, знаменитая наша Tickled Pink, которая всем хочется. Ну, даст Бог, я начеренкую побольше ее. Очень красивый сорт. Это я прям не знаю. Это красота неописуемая в этой калиброшечке. Там дальше TikTok Blue. Вот в этом году приобрела еще TikTok Grape и TikTok Orange. Но еще не цвели. Зацветут, сниму. Какие будут у них расцветочки. Так. Сейчас дальше продвинемся. Тут у нас еще цветущие. Это безымяшечка, не знаю, кто такая. Дали в подарок. Это Орхид White. А, White Orchid даже. Вот так, White Orchid. Очень красивая тоже расцветочка. Мне такие нравятся. Вот он, Sparkling Cardinal. Здесь цветет. Тоже очень красивый. Как уже я сказала, сорт. Вот она, Мисс Марвелоус, начинает раскрываться. Тоже ж красавица. Из цветуней. Сейчас чуть-чуть подрасправлю бутончик. Может, получится его получше снять. Кто, может, ее не знает.
Ох, и красавица она, мисс Марвелоус. Я думала, ее мнение, думала, тоже пересорт пойдет. Нет, она красоточка. А вот она Петуния. Петуния плюс Ред. Более крупный цветок и более такой яркой окраски, чем была Петуния. Это аж зацветает Purple Gem снова. Дублик. А, вот красивый колюс вот этот. Спецкейк. А вот цветет новиночка. Но эту калибрушечку я уже снимала. Red Yellow Stripe. Сейчас я вам ее цветочек поверну и сниму. Вот она. Из новиночек. Красавица тоже. А это вот зацвела капелла индиго. Ну, цвет действительно индиго. Даже чуть не передается. На самом деле темнее, более глубокий фиолетовый. Красавица. Там тоже сюрприз Red 22 вдали. Такой яркий красный. Очень красивый красный у нее. Так, здесь у нас Amore Purple. Тоже красавица. Первый раз у меня не было такой. Это от моей подружки. Так, тут колиусы у нас полянкой целой. Колиусы. Не знаю, на это, наверное, любовь надолго. Колиусы. Мне кажется, они будут очень популярны еще. Вегетативные, особенно колиусы. Потому что и цветов не надо, когда они есть. Вот она такая красотища. Вот. Разве не прелесть? Тут петуни еще не цветут. Так. Все, наверное, практически по цветам петунии. Ага. Там похоже у меня. Сейчас сниму ее поближе. Вот она. Сангрия. Капелла сангрия зацвела. Ой, а вот какой красавец, я не знаю. Ну как вот, рубероид, красивый сорт, это напилейка, красивая зеленушечка такая, и снова колиусы, 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 это лофос тут хвосты свои распустил, лофос, тут тоже колиусы, атона мясистая. Так, а это Deep Red Surfinia. Тоже очень популярный сорт. Всем известный сорт. Так. Сейчас покажу еще одну красоточку. Вот она. Surprise Candy Starta. Сейчас. Прошлого года новиночка. Тоже красивая расцветка. Очень красивая она. Вот такие вот тут колиусы яркие, нарядные. Анастас. А это Solar Flare, по-моему. А это Роялти. Роялти Фламинго. А вот он арбузик. Ватермелон. Ох, и красивый. Так, здесь Лефрик. Так. Вот он еще, королевский карнавал. Тоже очень красивый колиус. Это Crown Jewel. Вот он такой коричневый. Так что вот так. Сейчас покажу вот здесь еще у меня. Вот какие они череночки уже вымахали. Тоже надо головы сносить, перечеренковывать. Так. Вот еще кто зацвел. Но это Бабидол 22. Улучшенный бобидол. Но вот он поярче, чем Pink Sky. Чем Pink Sky, да. От Pink Sky он поярче, прям значительно поярче. Прям насыщенный цвет. Я сначала думала, что это Sparkling Cardinal, но нет. Это бобидол улучшенный у нас. Вот такие вот дела. Так. Калиброшечки, что показывала малышочками совсем. Сейчас немножечко уже поднабрались, подрастают. Вербенка, петунька, все поподрастало. Так,
Колиусы тут ампельные. Так, вот они. Компанула. Компанула — это колокольчик портеншлага миленький. А там зацвел биколор. Махровый биколор, но не видно, отвернулся от нас. Так. И помейка вот такая вот. Midnight Lace. Вот она, пилея варегатная. Опять Тимми. Тимми тоже любимчик. Вот, похоже, с ним кукушка. Но Тимми красивее. Вот же он опять, портулак мой махровый. Ну, это все уже я показывала. Вот этот алисум снова подрос немножечко за это время, что вам не показывала. И резинешка тоже красавица. И это тынная петунья с последней партии. Буду черенковать. Сорта, которые нравятся мне. Это калипсо черри. Ни у кого что-то она удачная в этом году не получилось. Но вот несколько кустиков таки все-таки удалось. И два черенка укоренилось у меня уже. Разведу будет. Ну вот. Сейчас опять на цветущих повернем. Вот такая вот красота. Особенно мне нравится вот это. Это что-то с чем-то. Но на самом деле темнее. Амора херцу. Ну и вот это. Windmill Black. Смартуния почему-то. Смартуния. Модное, наверное, слово. Придумали такое. На этой ноте буду заканчивать. Всем доброй ночи. Всем пока-пока.